мертвые и убиты. А помощь труса никому не сдалась. Я бежал. Бежал, как трус. Я тоже должен был умереть. Он погиб из-за меня. Твой отец пал в битве, защищая сына. Погиб как воин. Это большая честь. Теперь ты примешь его наследие. Гордишься ли ты мной, отец? Записка адресована мне. Thank you.
тень! Это были последние. Что монголы с вами делали? Они чудовища. Сказали, мол, когда человек при смерти, закаляется дух. И ты становишься шаманом. Это безумие. Не бойтесь. Опасность миновала. Ты с подношением для погибших? Расскажи, кого здесь поминают? Храбрых воинов Ики, павших от стрел демона Тадайори Нагао. Демона? Нет. Тадайори спас бухту Адзама от налетчиков. Гнусная ложь и клевета! Они погибли как герои! Как скажешь. Прояви к павшим хоть немного уважения. Почему ты носишь это? Доспехи? Это броня лучника Тадайори Нагао. Как ты смеешь в них сюда являться? Тадайори защищал свой народ. Он был благородным человеком и великим стрелком. Это ты так думаешь? Что, влез в доспехи и тоже возомнил себя лучником? Говоришь всем, что его дух в тебя вселился? Нет, за меня говорят стрелы. Ну так бери лук и докажи. Я не прочь себя испытать. Что ж, Тадайори Нагао, говорят, стрелы демона разили цель быстрее любых других. Как видишь, у нас тут висят фонари. Попробуй каждый из них пронзить стрелой. Тадайори живет в тебе. О, боги! Только не убивайте! Мои мишени — фонари до монгола. Но не вздумай больше наговаривать на Тадайори Нагао. Не буду, сенсей! Это вам! Только не троньте меня! Thank you.
Сколько людей здесь погибло? Как грязный преступник.
Думаешь, Фуна твоего бы сына за это наказала? Законы такие. Сам Они только ей самой не указ. Ты о чем? Когда ее дочь натворила дел, Фуна закрыла на это глаза. А будь там кто другой, не сносить бы ему головы. Обошлось. Здесь никого нет. Никого.
самураев мы хоть знали, чего ждать. Если бы монголы вели себя так же нагло, мы бы давно их за море отправили. И все же я бы предпочел самураев. А разница? Все одно без дома остались. Рыдают ручьи. Камни не дышат в объятиях. В тиши ждет покой.
Вот так. Сюда! На! Нет, ты не самурай. Взбираешься вверх, как обезьяна. Что это, сон? Или явь? Ты уже и сам не знаешь.
Я нашел для тебя знамена. Что это за запах? Ты где-то выпивал сегодня? Нет, а ты наливаешь? Я не пью. А вот отец... Это знамя отец однажды стащил у самураев, когда напоил их до беспамятства. Он пил с самураями? С захватчиками? Выбора не было. Они заявились к нам домой в поисках разбойников. И чтобы утихомирить их, отец выкатил целую бочку саке. Наверное, они были благодарны за его доброту. Доброту? Скажешь тоже. На Ики саке варят гораздо крепче, чем на Цусиме. Эти самураи потом еще 3 дня не могли сражаться. Хм, твой отец умный человек. Это точно. Кстати, у меня осталась краска. Твоему коню подойдет. Иди сюда, маленький самурай. Но ты сломлен так давно. Без меня твоя душа так и будет блуждать в ином мире. Ты же такой хилый. Оружие тебе ничуть не поможет. Слишком слаб.
Так, и что тут надо? Кажется, тебе нужна помощь. Что ты делаешь? Монголы, мне дом спалили. Строю вот новый, чтобы не спать в траве. И что, один строишь? А семья? Нет у меня семьи. Родители уже лет 15 как умерли. Я сам по себе. А теперь у меня вообще ничего не осталось. Ай, да не смотрите на меня так. У всех свои беды. Вот у меня, например, древесины слишком мало. С этим я могу помочь. Что, правда? О, спасибо, пока не передумали. Любая помощь пригодится. Лишь бы этот дом монголы не спалили. И с монголами разберемся. Хочу увидеть результат твоего труда. Только я ведь строю не здесь. Пока материалы собираю. Но спасибо вам. Пойду отнесу на стройку. Я думал, руки отвалятся. Спасибо. Иди, береги себя. Прошу, примите в знак благодарности. Чингарву! Все будет хорошо. О, спасибо. Спасибо тебе. Если еще увидимся, с меня саке. Береги себя.
Освобожу. Ой, я уж думала, мне конец. Беги. Укройся где-нибудь. Вот, примите мой скромный дар. Маме здесь понравилось бы. Уверен. Я сыграю последнюю песню. Для нее. Задолго до смерти мамы отец вынес ее коленям. Я сыграл эту песню. Как умел, не по нотам. Но сочинил сам. Она открыла глаза и улыбнулась мне. Я хотел сказать ей. Сказать все, что только мог, но... Она все знала. Она сказала, не все слова нужно произносить вслух. Чем я остановился?
Как твоя стройка? Ну, потихоньку. Вот вы сами что-нибудь строили? Пока не приходилось. Вот и хорошо. Я сейчас учусь охотиться и добывать шкуры для крыши. Таким вещам обычно учатся у отца. Скажи, твои родители погибли во время самурайского вторжения? Утонули во время паводка. Мне так бабушка сказала. Она меня растила, пока я на ноги не встал. Для твоего дома. Мне все равно столько не нужно. И снова большое спасибо. Плохо только, что я не сам это добыл, а полагаюсь на чужую помощь. Плохо, что дом ты вынужден строить взамен сожженного. Я в тот день работал в поле, а когда вернулся, спасать уже было нечего. Зато даже не верится, что я теперь сам строю новый дом. Надеюсь, уж теперь-то материалов мне хватит. Иначе было нельзя. Я должен кормить людей. Но лучше бы ты погиб у комоды. Тебя нет. Когда же это кончится? Снова ты. Не ожидал встретить тебя на берегу. Оказалось, без металла дом не построить, представляете? Теперь вот, хожу по кораблям, да ищу железки. Не знаю, где еще на острове поискать можно. Хотя кораблям этим еще повезло. Они разбиты. Да, разбиты. Но на них смотришь и видишь, чем они были. От моей прежней жизни не осталось ничего и никого. Вот и дом сгорел, и отцовская лопата, и бабушкина заколка. И вот я начинаю строить все заново. Ты про семью или про дом? Если не соберу достаточно металла, не видать мне ни того, ни другого. Давай я тебе помогу. Так нельзя. Вашими силами уж считай весь дом построен. Строить придется тебе. Но я видел, как горят дома. Почту за честь, если ты примешь мою помощь. Да, значит, приму, а как же? Дом я строю на поляне к западу от форта Сакай. Вы там всегда будете желанным гостем. Да уж, поскорее бы. Поскорее бы. Друг! Вот и вы. Рад видеть. Я ведь так и не подумал спросить, как вас зовут. Я Эматаро. Я Дзин. Я впечатлен, что ты сам построил дом. Можешь гордиться. Не сочтите за наглость, но вам тоже надо бы собой гордиться.
Вы ведь тоже участвовали. Вот, видите? Крыша держится на вашей деревянной балке. А шкур на крыше не видно, но они есть, под тростником. А вон тот угол закреплен металлом, который вы добыли. Я сперва хотел без него обойтись. Неделю зря потратил. Вам ведь раньше не приходилось ничего строить. Ну вот, теперь построили. А раз у меня есть дом, то будет наконец-то и семья. Я уверен в этом. Спасибо вам. Когда я видел горящие дома на Ике, я ничего не сделал. Этот дом не искупит вину, но это начало. Смерть идет по пятам. Этого не избежать.
Где Тензо? На утесе. Беседует с приятелем. Ах ты лживая тварь. Орлица никогда не лжет. Дзин, мне тебя долго ждать? В другой раз не спеши убить врага сразу. Вдруг он что-нибудь знал. Он сказал достаточно. Ты назвал его лживой тварью. Что он сказал? Не до того сейчас. Корабль скоро причалит. Скажи своим людям, что действовать будем тихо. Если начнем крушить все подряд, на корабле Орлицы заметят раньше времени. Тогда не сможем напасть. Спокойно, Дзин из Ерикавы. Корабль с припасами будет взят в полной сохранности. Отдохни пока. Корабль скоро будет здесь. Пора. У них на берегу лодки. Как раз, чтобы нам добраться до корабля. Хорошо, что туман. Если попадемся на глаза, спугнем их раньше времени. Ну, идем. Яд Орлицы тебя отпустил? Я могу сражаться, если ты об этом. Да нет. От яда видишь прошлое? То, о чем хочу забыть. Например, как любимые шелкокровью испачкал? Кое-что пострашнее. Ну так расскажи. Что было самым страшным в жизни Дзина из Ерикавы? Я потерял отца. Он погиб в бою. Извини. Ничего. Ты же не знал. Все как обычно. Никого не щадить. Покажем, как на Ике встречают незваных гостей. Еще идут. Убьем их. Нельзя привлекать внимание. На берегу никого. Готовим лодки. Проклятье. Туман уходит. Нас заметят. Назад! Нет, я пойду в обход. Разобью пушки. На клочки порву. Ну давай, посмотрим, на что способен самурай. Берегись пушек! Не высовывайтесь! Они прекрасно знают, кто ты. Тебя ведут прямиком в ловушку. Ты морок! Произнесут ли они молитву над твоим телом? Ту же, что произнесли, убивая твоего отца. Напомни-ка мне слова. Ты эти слова никогда не забудешь. Пусть смерть твоя украсит все живое. Замолчи! Легим хорошо.
помогаешь тем, кто плюет на могилу отца. Ты не спас его, потому что был слаб. Это не моя вина! Чигарву! Как же долго ты с пушками разбирался? Решил, что вам надо дух перевести. А вот спасибо. Это как понимать? То мы с тобой заодно, а то ты готов в любой момент на меня наброситься. Потом, самурай. Мы еще не закончили. Хорошо, потом обсудим. Надо, чтобы корабль «Орлицы» шел за нами. Надеюсь, там не заметят, что команда теперь другая. Одной надежды мало. Вели своим людям спрятаться, когда подойдем ближе. Ну да. Пустая эта палуба никого не напугает. Мы выиграем время. Когда они поймут, стрелять из пушек будет поздно. Они полезут к нам на борт. Тогда мы нападем. Взорвем их запасы черного пороха. Вспорим чудовищу брюха. Надеюсь, ты нигде не прогадал. Ждем. Вперед! Пусть отправляются на корм рыбам! Пусть
Осторожны! Они дверь завалили! Выбивай! Дин! Надо как-то обойти! Сегодня мы отомстили за убежище Фуны. А завтра отвоюем Ики. И однажды разорвем круг бесконечных страданий. Мы молодцы. Думаю, Фуне будет довольна. Нет. Она с нас обоих шкуру спустит. Это еще почему? Ты знаешь, Дзин Сакай. Пройдет слух, кто ты такой. Столько охотников тебя убить соберется. Целая очередь. Так расскажи. Я за себя постою. Орлица этого и ждет. Уж ей-то выгодны наши распри. А будем заодно, ей не выстоять. Ты врешь! Где ты узнал мое имя? Монголы ведь подсказали. Это весточка от Орлицы. Какой же я глупец, что поверил самураю. Я ведь здесь родился. Здесь учился плавать.
помогал строить дома. Сломал руку, прыгнув со скалы. Хотел жену удивить. Ты женат? Да, был. Она умерла при родах. Фуна помогла хоронить. Здесь мой дом. Все здесь моя семья. Если они узнают, что я спелся с сыном мясника, то прикончат нас обоих, а тела бросят крабам. Я этого не допущу. Сохраню тайну. И мне придется. Мы нанесли орлице ощутимый удар. Только вместе мы спасем остров Ики, но будет много сражений. Вы, самураи, любите речи. Доложу Фуне, что ты не ошибся. А ты потом зайди к ней, она отблагодарит тебя. Что-то сомневаюсь. Будь осторожен. Не сболтни лишнего. И ты, Дзин из Ерикавы. Какой же я глупец, что поверил самураю. Хочет сразиться. Хочет сразиться? Испытаешь себя?
У нас тут каждому бойцу рады. Поединки для забавы во время войны? Ну, война и что? Людям всегда охота зрелищ. А чтоб никого не ранить, мы бьемся на бакенах. Я не сражаюсь без цели. Тебе цель нужна? Ну так знай, что победитель получает щедрую награду. Если хочешь поучаствовать, выходи, соперники уже ждут. Пожалуй, я не прочь поупражняться. В честь твоей славной катаны назовем тебя Бокуто. И помни, каждый сражается по-своему. У всех есть сильные стороны, а есть и слабые. Брось кому-нибудь вызов. Чего зря время терять? Ха, меч у тебя из стали. Видно, мастерства не хватает. Этот меч для войны. С тобой мы сразимся на деревянных. Как-то я бакеном спорол человеку брюхо. Мне было тогда 13. И до сих пор хвалишься? То была не последняя моя победа. Не хвастайся прошлым. Покажи, что умеешь сейчас. Бокуто бросает вызов Каю. Я тебя разорву. Итак, начинаем. Наш первый участник — Бокуто. С ним сразится Кай. Жестокий налетчик. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Стоять! Разойтись! Удар Бокуто! Вперед! Стоп! Шаг назад! Удар Бокуто! Дальше! Стоять! Разойтись! Удар Бокуто! Вперед! Стоп! Разойтись! Удар Бокуто! Сходись! Побеждает Бокуто! Повезло тебе. Можем разойтись мирно? Дай мне победить, Ронин. У меня 9 детей и больной муж. Мне нужна победа. Ты не училась сражаться? Я торговка маслом. В юности много скиталась, приходилось отбиваться от грабителей. Прошу, уступи. У меня 8 голодных детей. Ты сказала, что их 9. Подловил. Кажется, придется действовать по старинке. Бокуто бросает вызов Таке. Тебе надо было соглашаться. Итак, начинаем. Наш первый участник – Бокуто. С ним сразится Таке. Кровожадная торговка. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Шаг назад. Удар Бокуто. Стоять! Разойтись! Удар Бокуто! Вперед! Стоп! Шаг назад! Удар Бокуто! Дальше! Сходись! Удар Бокуто! Сходись! Побеждает Бокуто! Ай, невозможно! Ты жульничал!
борьбе мы обретем мир. Странно видеть в подобном месте монаха. Таков мой путь. Помню, на наш монастырь напали разбойники, и я насмерть избил их чашей для подаяния. Тебе ведь нельзя применять силу. Нельзя. Но я на миг обрел просветление. Сразись со мной. Я хочу, чтобы оно повторилось. Бакута бросает вызов Овану. Для меня это честь. Итак, начинаем. Наш первый участник — Бакуто. С ним сразится Ован. Монах в изгнании. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Удар Бакуто! Сходить! Шаг назад! Удар Бакуто! Вперед! Стоять! Разойтись! Удар Бакуто! Сходить! Стоп! Шаг назад! Удар Бакуто! Вперед! Я точно что-то слышал. Ты силен и проворен, Бакута, но и тебя ждет поражение. Ты так похож на него. Я на кого-то похож? На сына. Будь он жив, сейчас бы был совсем как ты. Соболезную. Я знаю, каково терять родных. Здесь многие знают. Мы с ним рыбачили, и на нас напали разбойники. Я отбивался от них рыбацким копьем. Вода обогрелась кровью. Цвет был красивый. Ты пришел на турнир, чтобы выплеснуть боль и гнев. Как и ты. Но победителем выйдет лишь один. Бакута бросает вызов Сао. Прольем кровь! Итак, начинаем. Наш первый участник — Бакуто. С ним сразится Сао, багровый рыбак. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Шаг назад! Удар Бакуто! Вперед! Стоять! Разойтись! Удар Бакуто! Дальше! Удар Бакуто! Вперед! Стоять! Разойтись! Удар Бакуто! Дальше! Побеждает Бакуто! Ты и в бою, как мой сын. Когда освободишься, приходи к утесам на востоке. Я готовлю новую багряную краску в самый раз для победителя. Славный бой, Бакуто.
Я знал, что ты хорош, но Сао ведь... Теперь ясно, почему ты нравишься Фуне. Не забудь о моей награде. Да, да, ты заслужил Бокудо. Надеюсь, что проклятых монголов ливнем смоет. Что с тобой? Никак примерещилось чего? Я ночью видел, как в воде стайка блуждающих огоньков резвилась. Как будто мальки, только светятся. А я сколько раз говорил. Бросай ты свое дрянное пойло. Да не пил я. Сам сходи да посмотри. На северо-востоке это было, с берега видать. Что-то там неладное творится. Здравствуйте, господин. Кензи, ты что здесь делаешь? Нет здесь никакого Кензи. Не зовите меня так. Некоторые тут с радостью готовы меня прикончить. Ну, может, хоть так ты не наживешь новых бед. Сядешь на первый корабль до Цусимы. Буду первым на борту, поверьте. Толку. Там везде засели монголы. Что? И на Цусиме орлиное племя? Нет. Те монголы просто убивают, не промывая тебе мозги. Красный – цвет гнева и утраты. Для кого предостережение, а для кого – приманка. А, Бокуто, победитель турнира? Ну, наконец-то! О, мы встречались на турнире. Сао с багряными красками. Меня ты заслуженно одолел. Прошу, выбери здесь что-нибудь себе по вкусу. Воплощение тоски и ярости.
свет, достойный чемпиона Бакуто. Дух мести, обогренный кровью. Свет, достойный чемпиона Бакуто. Вот воплощение тоски и ярости. Дух мести, обогренный кровью. Красный тебе к лицу. Сразу видно, что это твой цвет. До встречи. Прощай, победитель! Цвет героев будет тебе к лицу. Только попробую. У меня кинжал. Ты парень грозный, и доспехи нужны под стать. Они перехитрят. Господин. Сколько можно в убежище штаны просиживать? Раз,